Винока Корп, входящая в число 500 крупнейших компаний. Их слоган «Делаем жизнь лучше». Да? Тогда почему они только что откупились от иска на несколько миллиардов? Хочешь мне инфаркт устроить? Билли, мы готовы? Да, обошел фаервол. 2 минуты на взлом шифрования. Доступа. Где ты ее взял? Я сохраню ваш секрет. Я защищаю все источники, даже надменные. Нужно переходить к законной борьбе. Да, петиции и митинги. Крупный Винока. Неплохая добыча. Но, видимо, это последняя попытка занять реальную территорию. Серьезно? Итак, хватит селенок на последний квест. Настоящий джекпот. Поехавшие. Место, куда вы собрались, находится за рамками. Тут все это знают. Его даже на картах нет. Тут почва чиста. Кто-то сильно постарался, чтобы выставить это место эпицентром заражения. Осторожно, хрупкое снаряжение. Ладно, ладно. Так, у нас есть радиобуй, а также припасы и снаряжение на 3 дня. Возможно, нам даже не придется тут ночевать. Посмотрим, что найдем. Вот так. Серьезно тут обустроились. Хотя озерцо небольшое. Идем. Ладно. Это подстава. Ну и урод. Ладно, Дэйн, ты где? Ребята, это камера Дэйна. Нужно узнать, что случилось. Билли, можешь открыть содержимое? Да. Включил, Гомес? Ладно, начнем. Мы на месте. Еще один файл. Его тут не должно было быть. По крайней мере, живого. Кажется, Бонита мертва. Гомес. Гомес сбежал. Думаю, оно его тоже сцапало. Похоже, кого-то растерзали.